Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами Галина. Сегодня я на обед приготовлю огурцы запеченные и кашу гречневую с сыром. Значит, что? Вот один листик у меня хватит. Вот на это все. Значит, сначала мы берем одну форму розовую. Так. Где-то у меня каша гречневая. Творила я и кашу эту. Кашку, малашку. Размешала с холодильника. В общем, форма у меня смазанная маслом сливочным, потому что маленькая это. Так, ну что? Короче, кашу маленькая у меня это. Я ее буду выкладывать. Здесь у меня я сварила 1,5 стакана гречки. Ну, граненые вот эти стаканы. Так. Сейчас я наполовинку еще, чтобы мне еще один слой делать кашу. Ничем я ее просто на водичке. Водичка подсоленная. Все, больше ничего здесь нету. Так, я это маленько разравниваю. Так, беру масло. Так, вот маслица. Маленько полью, потому что сверху еще там потом полью. Ага, хорош. Так, Галя размахалась. Как всегда. Так, дальше я беру сыр. Здесь у меня кусочек приличный такой, я его мелко натерла. И сюда же я посыпаю сыром на нашу кашу. Духовка у меня включена уже. Больше. Ну, в общем, сейчас еще слой каши, а потом сверху еще слой. Будет сырок у нас. Это все вот делается быстренько. Так. Это сюда. Ай, ну, зацарапался. Короче, берем кашу нашу. Кашку. Каша соленая, сыр соленый. Ну, я имею в виду, эта водичка была подсоленная, я ее больше подсаливать не буду. А то я могу пересолить, как всегда. Так, сейчас хорошо выскребем это все. Ничего не оставим. Так, понятно. Давай. Так. Сейчас что-нибудь приготовим, У нас трогали, нарезали в духовку, вот и все. Ну, в общем, кашу я хорошо распределяю, чтобы тут у нас это... Так вот разравниваю, чтобы не ухабы были, а ровненькая дорога была. А то у нас обычно ухабы. Яма, ухабы. Так, ну вот так вот. Как-то так. Так, сюда. Теперь я беру опять маслица. Вот так вот. Поливаю маслицем. Ой, тут и подставили молочко. Ну, вот это вот маслица я оставлю для другого блюда. И беру наш сыр. Вот это тут оставшийся. Я его посыпаю, Ну, он со вкусом, я не помню, какой сыр называется, со вкусом этого. Запах такой, ну, в общем, вкус ореха. Я не помню, как он называется, сыр. Ну, вообще-то он мягкий такой, нормальненький. Так, ну, давай. Запах такой прямо, знаете, сырный.
не сырный, а ореховый. Господи, Галя заговорила. Так. Такой кусок большой вообще. И желательно бы еще можно было. У меня там есть сыр. Но это вот для этого натертый. Так, ну вот так вот. Так. Что пойдет, наверное. Вот так вот мы поставим. Так, дальше. Теперь мы берем сюда другое блюдо. То же самое. Теперь у меня вот здесь вот такая же формочка. Разовая, она не разовая, многоразовая. Что дальше мы берем? Здесь у меня свежие, ну вот огурцы такие, не ахти какие. Вот я их порезала кубиками. Там немножко водичка из плета, можно ее, конечно, слить. Сок, я имею в виду, огуречный сли есть, конечно. Можем быстренько сделать. Ну, как-то так, нету это для нас очень даже хорошо. Значит, что здесь я беру? Я беру, подсаливаю по-быстрому наши огурчики. Буду сильно подсаливать. Так, это я все беру и перемешиваю. Так. Так вот, перемешала. Сюда же форму я бухаю. Тут же сок дает. Нет, я не бухаю. Я еще не бухаю. Так, где у меня мука? Мука. Это еще ложка должна быть у меня. Ложка чистая. Ага. Под маслом грязная. Еще одна ложка. Она меньше. Бери, забери. Так. Я посыплю наши огурчики. Так вот, мукой маленько присыплю, капельку, ну, ложечку вот такую, в общем, одну столовую ложку, ну, как раз я тут, у меня тут одна столовая ложка получилась. Придется еще брать, ну, в общем, это я все перемешаю, делается это быстро, чтобы сильно сок-то не дал. Так вот, желательно бы, чтобы каждый кусочек у нас был в муке. Ой. Галя что-нибудь да придумает. Лучше высыпаю сюда. В эту форму. Так. Ау. Так. Мука еще тут у нас. Угу. Туда же добро будет пропадать, что да никогда не в жизнь. Так, в общем, вот это вот все я. Дальше ручки вытираем, это в сторону. Берем сметанку нашу. Оба. Здесь у меня домашняя сметана. Короче, я ее вот выгребаю, она уже такая, это не первой свежести, дама. Дама бальзаковского возраста. Так. Хорошо, я выкипла. Это кусочком потом можно вымазать. Дальше. Беру магазинную сметану. Но это должна быть молодая еще. Открыть не могу. Все, затупорилась. Так, работа встала. Опа. Оп. Угу. Так. И еще добавляем сюда. Ну, это что-то жидкая какая-то. Даже не посмотрела. Купила сметану. 20-процентовая она что-то жидкая. Ой-ой, как 10-процентовая. Так, дальше. У меня тут можно любую зелень.
Ну, я собираю, там крупчик у меня под плизней. Утухи дают. Так, ну еще маленькая. Наверное, капельку прицеплю. Так. Это все. Быстро это все перемешиваем. Пока тенотоп-то у нас не дал. И сюда заливаю тоже огурцы. Вкусно. Так. Эх, будет у нас такой обед. В общем, хорошо это все раскрепаю ложечкой. И у нас не хватает. Хорошо, надо выпить. Так. Оба. Распределим сметану. Поножим огурчиков. Огурчики. Бедные огурчики. Вас и бьют, и колотят. Битые огурцы, салат отбитых. Вас и запекают, что и жарят. Боже мой, что с вами только не делают. Так, дальше. Масло. Что я буду оставлять? А тут в основном вот это, как она, пахта называется. Кашу маслом не испортишь, так что маслом огурцы не испортишь. Ну, вот. Так, это все. У меня еще тут остался сыр. Но сыр этот у меня, он, это, заморозки. Я его обычно, если мне не надо сыр, я его натираю в пакетики или в контейнера, кому как. Вот здесь он у меня покрупнее натерт. Натерочки. Чего я его буду мучить? Я его весь выцеплю. Боже мой. Все. Сейчас рассыплю это все дело. Пакетик пригодится под косточки собачки. У нас тут бушные пакетики. Сейчас я это все соберу. Оба, как классно, да? К этому пока в сторону. Потом мы этот бардак приберем. Вилочкой, да хоть чем. Берем вот так вот. Все. Берем сюда. Пойдет у нас это. Должно войти вообще-то. Все. И в духовочку. Поехали с орехами. Ну, такие будут вам блюда. Быстро, просто и хорошо. Так. Ну, наверх я ставлю. Давай. Так. Ну, пусть вот 170 градусов. 170, 180. Все, и до победного конца. Все, обед наш готов. Попробуем, положим это все. Кашка да кашка, боже мой. Так. Кашка да кашка. Хоть как ее дело, она все равно будет кашка. Так. Теперь деть наши огурцы. Огурцы. О, какие будут у нас огурцы. Вот такие мы еще не ели. Сейчас положу.
Ах, сметанки, огурчики наши. Так, возьму я ложечку, салфеточку. Не падай, не падай. Ну все, сейчас я попробую маленько, ну горячее. Знаете, что я хочу огурцы попробовать. Нормально, но недосоленая. Кто сейчас обидает, кушает. Всем приятного аппетита. Спасибо большое всем. Я с вами не прощаюсь. Пока-пока, до новых встреч.